Ольским районным судом вынесено решение по уголовному делу угрозы применения насилия в отношении военнослужащих Федеральной службы безопасности России. По версии следствия, в мае 2020 года 42-летний мужчина незаконно проник на территорию пограничной заставы в поселке Ола. Тут же он был замечен военнослужащими и немедленно задержан. И в момент задержания мужчина поднял с земли камень и замахнулся им в сторону одного из военнослужащих. После задержания, уже находясь в помещении казармы пограничной заставы, мужчина продолжил свои действия и высказал угрозу применения насилия в отношении одного из военнослужащих, который производил его задержание. Его действия были квалифицированы следствием по двум составам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и принес публичные извинения в средствах массовой информации. В процессе рассмотрения уголовного дела суд принял во внимание данные обстоятельства и назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа размером 30 000 рублей.